Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я хочу вам показать видео о том, как начинается утро в своем доме. Погнали! В это время я уже обычно на работе, но так как сегодня выходной, то решил немножко поспать. Сейчас начну я одеваюсь в зимнюю одежду для сарайки и иду кормить всех животных. Пойдем вместе со мной. Так, вот мы дошли до сарайки. Вот это свиньям. Там курицам и кроликам. Слышите уже, как пищат? Хотят кушать свиньи. Пойдемте. Чё пищишь? Чё шумишь? Чё шумишь? А ты что? Тоже зашумела. Чё, едем или? О, какая харя. Харя вышла. Харя вышла. Всё, эти успокоились. Рано он на эту налил немножко. Ничего страшного. Кроликам дал немного. Еще сено им дам. Сено я в этом году не заготавливал, так как я вообще не рассчитывал на кроликов. Приходится поэтому покупать. И редко где найдешь хорошее сено. Вот в одном месте я находил сено, оно было хорошее, такое зелененькое, как свежее. Это было единственное место, и там у этого мужика уже все скупили. Поэтому вот пришлось такое сухое вообще покупать. Они у меня здесь пока живут, так как клетки я еще не успел сделать. Вот. Я начал одну клетку делать. Вот. У нас стоит одна клетка. Да, кривенькая такая. Ну, из тех досок я делаю, которые у меня есть. Поэтому вторая вот, значит, это тоже клетка. Не знаю, дверцу сделать. В принципе, все, заселять можно. Ну, поднять ее повыше от земли на ножки. И все, ну, самку можно заселять. Потому что у меня вот там маточник. Если видно его, будет маточник. Здесь такой вот пол с щелями, чтобы в случае чего все проваливалось ненужное. Вот. И вот у нас такие курицы живут. Разные всякие. Так, начнем кормить куриц. Петух клювачий, да? Клювачий петух. Получишь. Так, теперь вот этих куриц кормим. Кыш-кыш-кыш-кыш. Улетают пернатые. Этих накормили. Сейчас еще одних накормим и все. Конечно, всем надо будет поилки почистить, помыть и новой воды налить. Попить я кроликам на время зимы даю вот снег. Редко когда воду. Видите, как кушает снежок. Надо быстрее, как можно быстрее. Надо как можно быстрее сделать им клетки уже. Тогда будет гораздо лучше знать, кто обгулен из них, кто нет. Так как здесь у меня 4 самки и один самец. Вот этот вот. У меня маленький самец, вот он, самый маленький. Прыгает. Серенький. Вот это самец. Остальные у меня все 4 самочки.
Не надо их отделять. Как таковых нор они здесь не сделают. Негде делать. Соответственно, потом стоим негде приносить. Ну вот так вот. Здесь вот у нас как бы в гараже тоже живут кролики. Ну а их отец повезет к себе в деревню. Здесь вот они живут. Не очень видно, темно. Здесь без света, без всего. Здесь их всего сейчас на данный момент 3 штуки. Остальные где-то все разбежались. А вот еще один выползает. Они здесь нор настроили. Может где-то и уже расплодились, неизвестно, пока не видно. Примерно через месяц они уедут на дачу, на деревню. Уже им снега сейчас дам. Снежочка им. Вон, видите, сидит. Там он прыгает, бегает. Это я брус вчера съездил, купил для теплицы. Цены, конечно, огонь. У нас стройматериалы стали. Брус 150 на 100. 3 штуки. Вышел. 4600, что ли. Вот так вот. Такие цены. Здесь вот у меня машина моя стоит теперь. И она будет переваривать немного делать. Тоже не знаю, когда заняться-то времени. Что-то совсем нету с этими болячками. Поменял, получается, Ниву я свою продал. Но когда буду снимать про десятку видео, наверное, расскажу, почему я продал Ниву, почему купил десятку. Поэтому это отдельная тема уже для разговора будет. Теперь самое главное, мне надо клетки делать, клетки. Ну вот и все. На улице все утренние дела закончены. Теперь осталось запарить свиньям на вечер и идти себе кушать, готовить что-то. Наверное, яичницу пожарю. Вот. Так бы еще, конечно, печку надо топить, но так как у нас нынче февраль теплый, то пока не надо этого делать. Вечером вчера затопил, еще жарко. Дома тепло. Ну все, теперь переоделся. Осталось умыться, помыться, приготовить и яичницу. Thank you.
Вот так вот получилось приготовить яичницу. Все, сейчас буду завтракать. Всем пока, до новых встреч.